Отчасти не за горами это новый российский драматический сериал от канала «Россия-1», премьера которого состоялась в июле 2023 года. История рассказывает о двух поколениях большого семейства, которым придется пройти через боль, предательство, взаимные обиды и претензии, чтобы обрести счастье. Режиссером картины стала Ольга Субботина. Авторами сценария выступили Екатерина Андерсон и Григорий Зельцер. Съемки проекта проходили в 2022 году в Уфе, Белорецке и на горнолыжном курорте Абзаково. Главные роли в сериале исполнили Зоя Бербер, Илья Антоненко, Александр Голубев, Лариса Шахворостова, Александр Самойленко, Евгений Сидихин и другие. К сожалению, второго сезона сериала «Счастье не за горами» не будет. История завершена. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.